Религия и религиозные хутбы, их суть не в том, чтобы много говорить, много и изощренно говорить. И поэтому меньше всего мы видим слов у кого? У ахлюль-ильм, уляма. Чем больше у человека знаний, тем меньше у него ненужных слов. Поэтому ты, если говоришь с людьми, если ты увещеваешь людей, то стремись к тому, чтобы твои слова были короткими, чтобы они были лаконичными. Не говори много, не говори много. Потом это еще указывает на ихляс, на самом деле. Это ближе к ихлясу. Если ты не будешь говорить много, будешь говорить то, что нужно, это ближе к искренности, к правдивости. Это значит, что ты стараешься говорить вещи для чего? Не для того, чтобы показать людям, как ты хорошо разговариваешь, а для того, чтобы принести им пользу. Поэтому говорят шейх Ибн Бас, рахималлаху тааля, что во время уроков могло быть так, что вот читает чтец какую-то книгу, да, читает хадисы, и он дает какие-то комментарии, какие-то разъяснения к ним. И могло быть так, что чтец читает 10 хадисов или даже 20 хадисов, а шейх не говорит ни одного слова. Не говорит ни одного слова. Вы же думаете, что у шейха не было знания или шейху нечего было сказать, что ли? Есть, но просто нет нужды, если ясно и понятно. Что может быть лучше, чем сам хадис, правильно? Если есть нужда, разъяснял, давал какие-то комментарии. Нет, 10 хадисов, 20 хадисов могли читать, он ни одного слова не произносил. Не потому, что у него нет знаний. Некоторые люди, субханаллах, если дают разъяснение хадисам, какой-то шарх, особенно если это простые люди, он дает разъяснение простым людям и начинает. «Ан Аби Хурейрата» идет в хадисе. Вот Абу Хурейра. Так, стоп. Хурейра. Хурейра – это тасхир хирра. Это уменьшительная форма от слова хирра – кошка. Аль-хирра, кошка, это от слова аль-харир, то есть звук аль-харир, который издается изнутра кошки, харир, и так далее. Потом начинает так, Абу Хурейра, начинает сиру всю Абу Хурейра рассказывать. Сиру, жизненный путь Абу Хурейры, потом про его мать, про его бабушку и так далее. Доуси, племени Доус, кто такие Доус, какие отличительные особенности племени Доус. Откуда племя Доус? Происхождение племени Доус. Это племя из Йемена. Это что такое? Это что такое? Разъяснение хадиса? Это не разъяснение хадиса. Это не разъяснение смысла хадиса. Если ты разъясняешь хадис, особенно если это что, не какие-то хулямулин, которые хотят знать какие-то тонкости или нужны там какие-то аспекты, да? Особенно если это простые, обычные люди. То ты просто разъясни людям, какие-то непонятные слова в этом хадисе, что там непонятного. Разъясни им, что подразумевается в этом хадисе самым доступным путем. Дай им полезные выводы из этого хадиса. Дай им полезные формулировки, принципы, которые есть в этих хадисах, правила, которые есть в этих хадисах. Если будет мало слов, но они будут полезные слова, то это закрепится в сердцах людей, и Аллах дарует пользу посредством этого. И остерегайся на уроках, когда ты проводишь уроки или когда ты проводишь хутбы, вот этих вот лишних слов и многочисленных слов. И, как мы упоминали с вами, в хадисе сказано, что когда немного слов, то это указывает на фикх, на знание, на понимание человека. А если человек старается показать свое красноречие и много говорит, и вращает языком, и так, и показывает свои ораторские свои способности, и много слов у него, но на самом деле в этих словах что? Нет бараки, нет благодати и нет блага. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. «Ванзир аширатак аль-акрабин». Аллах Субхану Аталию говорит, пророк алейхиссалату вассалям, «Увещевай твоих ближайших родственников». А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые... жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за 3-9 земель, едут туда, чтобы призывать людей. В то время как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец находятся в неверии
или в грехе. Это несовместимо с сунной. Это противоречит сунне пророков. Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и всех пророков. Начинают со своих близких. Это амуруна наса бильбир, ва тансабуна анфусакум, ва антум татлуна китаб. Афаля таакилун. Неужели вы приказываете людям благочестие, оставляете самих себя, в то время как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субхану Тааля. Итак, Ибрахим начал со своего отца.